Все, вперед, ребята. Много было лайков к этому видео. 3,5 на 3, а 2,5 на 2,5. Да. Как ты думаешь, сколько было лайков, Никит, к этому видео? Предыдущему? Не знаю, два. Два? Да, думаю, что два. Больше я не дал, скажу честно. Ну, 2-0. Ой, 3-0. Ну все, 3-0. Мат идем давать. Да какое 3-0? Ну так никто не играет. Я играю так. Е5. Радость и счастье. Ну у нас же линии, Никит. ЕДЕ, Ж5, Слон С5. Конь Х5. О, мы ведем коня на Ф4. Пешка так, надо шаг. брать. А, все, и можно взять конем. Ой, все. Ферзи поменялись. Не поменялись. Ого. Вы видели, ребята? Мы сделали это. Мы сделали из Никиты Петрова шахматиста. Он не поменял ферзя и ушел в 3-0. Но... И все зевнул. А нет, ничего не зевнул. Но не стоило менять их, конечно, в этой редакции. Хотя все равно нормально у черных. Я H8. Я H2. Мат хотим дать. Не, ну не, надо было давать мат при ферзях, конечно. Тут это не то. Время, да, время. Не хочу, не хочу менять коней. У меня все-таки поактивнее фигуры пока. Шах. Взяли. Время, время, времечко. А зачем-то шагнул сюда. Как-то зачем это пулька? Деактивизируем. Ой-ой-ой. Ты все это видел? Или это случайно получилось? Ну а как могло случайно получиться? Вот это я не видел. Сюда, ладно, завели. Ладно, снесу флаг, понятно. Пора жить. Ой, не дали. Ну ладно, флаг. Нормально. Все партии перерезаны. Обосновано хотя бы. 48 ходов, мало. Поехали. Д3. Уже... У нас сложные позиции с ним просто. Д3. Ой, он F6 забавно не туда ткнул. Ну я так думаю. Я не думаю, что это такая задумка. Может, он конь F6 хотел? Наверное, я не думаю, что он такая задумка была. О, отлично, вскрываем центр. Ну зачем менять ферзей, если ты центр вскрываешь? Ну потому что иначе он не вскрылся бы. О, так. 2-0 будет сыграно. Нет. Напали на c7. Отдали на b2. Все, можно забрать. Нельзя, забрать на b2 важнее. Почему важнее? Потому что молодец, я еще терялся. Качество. Ага. Ну. Так. Побили слона. Наш-то все равно тупой. Надо играть слон h3. Я вызываю слона. Ты прям сейчас как к нему, как к родному. Почему не ладья d... А, господи. Ладья d6 выиграла. О, на 7 зевнули. Так, у нас лишняя. Ребята, лишняя пешка. Техника реализации лишней пешки. Ну, я надеюсь, что она хотя бы реализуема тут. Ну, не разноцвет же. Ну, да видишь, он надвинул свою сись хорошо. Ну, должно быть реализуемо, конечно. Так, солнце 3. Солнце 3, да. А я не успею. Почему? Или успею? Успею в квадрате, отлично. А, у него была красивая ничья, он должен был не бить слона, а идти в другую сторону от него. Слон-то не тот. Но это очень тяжело поднять на флажке. Вот сейчас даже, ладно, не буду показывать вариант, потому что она еще обидит. В общем, вот тут где-то ничья была, по-моему. Вместо слон g5 взяли, и король не пешку пошел, а побежал в угол. Такой этюдный мотив, кстати. 6. Так, опять сицилянка. Да, зачем, тут зачем... скорее индийская атака, а не сицилянка. Зачем в этой атаке играть слон g6? Ну, черные можно играть по-разному, но нужно выбрать себе одну схему и ее придерживаться. Потому что все-таки за белых это хитрое построение, на самом деле. Вот он меня обманул с ним d4, на самом деле. Так, ладно. Ну, cd надо. Нет, придется все менять тут просто. Играть в конь c6 как-то. Коряво. Вот, у него два слона, никто от этого не умирал еще. И он, у него 7 секунд лишнего времени. Вот это вот умирали, да. Частенько причем. Вот жалко нет белопольника. Он бы сейчас помог. Зачем ты все поменял? Нет, так-то у меня отличный слон как раз. У него плохой.
Сейчас ему будет тяжело играть быстро. Ну вот, видишь, он хочет его скинуть. Ой, отлично, тактика. Ладья что, господи? Да я не хочу, нам можно просто что-то зевнуть. Я видел эту идею. Так, напали наш 4, защитил. Ну и 2 напали. Да, ладно, пойти вернуться. Черт, ладно, напал сюда. Сейчас на d5 стал. Вот, все отлично. Побили. Чистый разноцвет, не знаю, ничейный или нет, но, наверное, выиграно все-таки. Тут он грамотно сыграл. Сегодня надо как-то короля туда провести. Мало времени, мало времени, мало времени. Да, надо короля сюда. Ну не пусть там, он c6. h5 стоит пойти. В общем, дальше пешка, тем выгоднее. h4, фон g3, 6, b5. Все, через, через b6 надо короля вести. Да, сюда. Сюда, сюда. Ой. Слон не имеет значения, я думаю, вообще в этой позиции. Сюда. 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 Да. Взяли. 4 лишних, все пошли. Понятно. Шли. Шли. Классика. Да, вроде чуть-чуть получше, полегче стало уже. Собой доволен? Поехали. Не, ну он неплохо играет, видишь, сам, я думаю, да. Поехали. Сюда. Ты подсобрался. Я подсобрался, но я в пуле плохо играю, но все-таки не до такой степени, чтобы меня прямо выигрывали в одну калитку. Оп, А6, ФЕ. Отлично, линия F наша. Так, это было глупо сыграно, ладно. Сдвоился, сюда вернулся. Линия F наша, ребята. А у него слон очень сильный, ладно, вскрыл. Не хочет скрывать, тоже разумно, ладно, ушел. Да, d4. d4 надо. Неприятно, не знаю, куда играть тут. Взял. О, конь d4, отлично. Хотя бы какая-то активная. Хотя бы одна активная фигура, слушай. Да. Да, нужно ладья. Ладья наша. Ладья какие-то глупые на этой линии, на самом деле. Убрал короля. Все, нет нашей активной фигуры. На e6 зевн. А, нет. Мог же просто на d4 пробить и на e6. Там я ЕД побил бы. А чё, разница? Там висело все. Так, ну, 3 секунды лишнего времени. Да, сдвоился. Конь f3 же был удар, зачем сдваиваться? Ферзь f3, никакого удара нет. А. Да. Сюда. Не знаю, нельзя было брать. Или можно, нельзя, наверное, все-таки. Мало времени. Зря сделал. Ладно, придется без фигуры играть. Согласен. О, ферзь f7. И без качества? Да, ой, конь e5 есть ход, черт, он не видит тоже, взял. Ну так опять компенсация. Ну две пешки, сильных. Да. Ноль. Взял, пал. Взял, d2, отлично. d2, да. Зафиксировали, пошли, пошли, ушли. Шах защитил, взял, шел, шах. Ага. Взяли, ой, я случайно мискликнул, а он не воспользовался. Мало времени, рубка флага, жуткая. У него какая-то компенсация, я не понимаю, что происходит. А, не знаю, как-то он слишком быстро ходит. По-моему, человек не может так ходить на флажке, ну не знаю, может быть. Может быть, у него этот, как это называется, компенсация. Лак какой-то маленький, да, и это помогает в пуле. Да. Иногда такой лак искусственно создают люди, но иногда... А как они это делают? Я не знаю, какие-то технологии. Иногда просто плохое соединение, так что не буду его обменять просто так. Вообще искусственный лак считается нарушением. Да? Отлично. Да. Вот он уже надвинул. Ну, он надвинул, мы тоже надвинем. А6 пора. Надо, А6 сыграть. Ой, не знаю, чем он так сыграл. Надо было, конечно, g6 отвечать. Взяли. Мат ты дашь в этой партии? Точнее качество. Сюда. Король h2. Ладно, я шуму. Ой-ой-ой. Ладья h6. Почему h5? Ну, лишнее поле для коня может пригодиться. На самом деле, я не знаю, может, можно было и на h6. Теперь надо ферзя подключить. Ладно, повел ферзя. Очень медленно, конечно, я зря это делаю. Коня.
Додумался. Не, я зря фигзя повел туда. Ну, абсолютно ничего не делать здесь, на самом деле. Сюда. Так. Мне вообще не надо было на мат играть. Вот собирать. Да, это все очень не то, конечно. Собирать тоже. Такая батарейка. Хорошо. Батарейка, ну вот. Это настолько жалкая батарея, что иначе как батарейка ее и не назовешь. Слышал песню Жуков «Батарейка»? Нет. Серьезно? Это же классика. Да. Может быть и слышал, значит. Это как Битлз. Классика, какая-то относительная классика. У меня другая классика. У тебя нет классики. Не, он слишком быстрый, я не знаю, так как все отдает, но он ходит очень быстро. Как на шахе делать? Ну это точно не прога, потому что он, видишь, он бы... Мат просто линейный. А, ну ладно, можно... Он столько времени отыгрывает у меня, где я довольно быстро играю. Странно. Так, ну ладно, вторая часть закончена.